Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Инвестиции в коммерческую недвижимость в России упали в 2 с лишним раза. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на данные экспертов по итогам первого квартала этого года. За первые 3 месяца в коммерческие объекты было вложено всего $700 миллионов. Это на 66% меньше, чем за соответствующий период годом ранее. Почти половина объема инвестиций пришлась на объекты торгового сектора, чуть менее 20% инвестиций в площадки под строительство жилья, 16% в офисы, 17% в гостиницы. Тем не менее, эксперты прогнозируют, что благодаря стабилизации рубля и цен на нефть, а также выхода экономики из рецессии, инвестиционная активность на рынке недвижимости в этом году может превзойти результат 2016 года и составить около $5 миллиардов. Дайджест недвижимости. Лишь 10% жилья в стране сдается с отделкой под ключ, пишет российская газета. При этом приобрести готовые к заселению квартиры хотели бы около 80% покупателей. Виноваты в этой ситуации сами застройщики, уточняет издание. Сдать голые стены и перейти к следующему объекту им проще, чем решать большое количество мелких вопросов, возникающих в процессе ремонта. Кроме того, отделка прибавляет к стоимости жилья. В массовом сегменте отделка от застройщика обходится от 12 до 18 тысяч рублей за метр. В элитном сегменте цена может начинаться от 60 тысяч за квадрат. На этапе принятия решения многие покупатели считают, что это лишние расходы, и они справятся своими силами. На деле самостоятельный ремонт выходит дороже. В среднем от 20 до 30 тысяч рублей за квадратный метр. Напомню, ранее министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень отметил, что продажа чернового жилья создает массу неудобств для покупателей новостроек и их соседей. Однако запрещать застройщикам продавать квартиры без отделки не станут. Правовых актов, регулирующих этот вопрос, Минстроем России пока не прорабатывается. Дайджест недвижимости. Между тем, для тех, кто предпочитает делать ремонт в новостройке самостоятельно, в Кирове организуют специализированную выставку. Она пройдет с 19 по 21 апреля в комплексе «Вятка-Экспо» на Сурикова, 19. Посетители смогут познакомиться с новинками в сфере строительства и ремонта. От отделочных материалов и ландшафтного дизайна до систем умного дома. На выставке будет работать несколько разделов: технологии возведения малоэтажного и деревянного домостроения, стройматериалы и оборудование, инструменты крепеж, печи, бани, сауны, бассейны, загородная недвижимость и недвижимость Кирова. Также в рамках выставки пройдут мастер-классы, семинары и презентации, на которые приглашают всех желающих. Вход на выставку свободный. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.